Министерство образования, культуры и исследований планирует отменить итоговое тестирование для учеников 4 и 9 классов, а решение по сдаче экзаменов на степень бакалавра будет принято в мае. Об этом заявил глава Минобразования Игорь Шаров, отметив, что официальное постановление на этот счет примет комиссия по чрезвычайным ситуациям. Министерство образования, культуры и исследований считает целесообразным не организовывать национальное тестирование начального образования и предложит комиссии по ЧС соответствующий проект решения. Мы также считаем, что рационально не проводить выпускные экзамены и в девятых классах. Соответствующий проект решения мы тоже направим в комиссию по ЧС. Аттестаты будут выданы на основании средних годовых оценок за 7-9 классы. Для 12 класса, отметил Шаров, министерство примет окончательное решение в зависимости от даты возобновления занятий. Возможное время проведения экзаменов на степень бакалавра в конце июня, начале июля, если кризисная ситуация с коронавирусом будет преодолена. Мы проанализировали опыт европейских государств и предлагаем провести экзамены на степень бакалавра в конце июня, начале июля. Конечно, если кризисная ситуация будет преодолена. Также Шаров отметил, что во время традиционных пасхальных каникул решено не прерывать учебный процесс, но существенно его облегчить. Школьникам не будут задавать домашние работы.